Всем привет, сегодня снова с вами Басун, и сегодня мы продолжаем проходить игру Fable Anniversary. Мы зашли в гильдию, прокачались, теперь, как видно, больше маны. Исцеление мощнее. Так, куда нас? Надо вообще хоть какие-нибудь задания повыполнять. Так, что у нас вообще в заданиях? Книги, охотник за сокровищами. Какой-то у нас мужик. Там вроде хотел в городе видеть. Давайте в этот город сгоняем. Так. Дубов. Так. Постараемся пользоваться телепортами, чтобы дольше не бегать. Всего хорошего. Его вроде как все Курощупом зовут. Мечи и топоры. Думаю, ну, у тебя мы что, сделаем есть? Вам специальное предложение, сэр. Молот мастера. За такие деньги-то. На, урон побольше. Купить, что ли? Ну, давайте купим. Так, что у меня продать можно? Тесак. Продать. Булава. Продать. Ну, сказать, что-нибудь из луков есть такой дешевый. Фигня. Такой есть. Ну, побольше, в принципе. А мой продать арбалет. Что-то надоел мне. Ведьмин лес поистине странное место. Жуткое. Ура! Так, ну там же хата вроде бы сдается. Он такой классный! Да! Хотел бы... Бабло. Неплохо. Лавки закрываются. Мне нужен какой-то там лысый. В таверне. Рада видеть вас. Пиво. Мечника нанять не хочешь? И снова мы встретили. Готов помочь? Ты что продаешь? Так, эликсир воли. Нафиг мне нужен. Пирог, мясо, пивная бочка, пиво, ящик сидра. Больше ничего. Сыграй с парой. Так что за задание такое было тогда? Одного так человека. Mm.
Начни здесь, наверное. Знаешь, какой-нибудь туда. Его вроде как все Курощупом зовут. Так, там вход ворота, значит, попробуем в порт сгонять, посмотрим, что в порту. В пристани глянем. Мало грибов. Наркоманы, блин. Так, это с девкой знакомиться. Хрен знает, где этот чувак бегает. Говорю вам, хозяин, нам уж... Ура! Курощу, верно? Тут получается на 100. Я хочу пиво! Снова вижу вас! Это честь для меня. Подвинь-ка нам пиво, пожалуйста. Все тут просто. Платишь и... Глубже углубляюсь в твои воспоминания. Как же тут все. Все девицы Альбиона, женщины и прочь, от него ночами стонут и вообще не прочь. Зашибись, песенки. В битву с оборотнем страшный наш герой ввязался смело. По понятиям отважно он волчину в раз уделал. Зашибись, песня. Проскользнул в бандитский лагерь ты одной сестры лишь ради. И в порядке мятежа ухайдокал два ножа. Зашибись, песня, блин. Неплохо бы пивка. Мечника нанять не хочешь? Ну и кто же мне тут должен задание дать, типа? Говорят, Ведьмин лес — ужасное место. О, да! Эй! Хрен с вами. Так. Что у нас по заданиям там? Сокровище пирата-призрака. Надо загонять туда, чтобы посмотреть, там кладбище где-то. Так, что у нас из хавчика вообще осталось? Эликсир мастера воли. Что это? Так, снаряжение. Так, эликсир здоровья пополнили. Опа-на. Еще дофига. Так, что у нас тут? Бриллианты, мешок муки.
Мясо. Назначить. Так, погнали. Дубовый дол. Где-то там кладбище должно было быть. Или что-то подобное. Какая-то палка, блин, что-то за фигня. Так, снаряжение, оружие. Использовать. Так. Туда у нас куда ведет эта дорожка? Холмогорье. А мне нужно кладбище. Осталось только это кладбище еще найти. Сразимся бок о бок во имя добра. Наверное, сюда надо идти, если кладбище искать. Сад какой-то. А, вот это, наверное, кладбище есть. Поразоряем немножко могилки. А здесь у нас что? Надпись гласит: одна работа, никаких развлечений. Так уж устроен мир. Надпись на камень. Ну я помер, вы довольны? А здесь что? Совершенствуюсь искусство разложения. На камне жертв разбойников набега. Пожжен до неузнаваемости. Покопаем здесь. Ничего не нашли. Здесь что у нас? Тоже ничего. Здесь не открывается. Здесь что у нас? Рек-лучник. Подержался на арене целых 3 раунда. Ничего не нашел. Здесь кто у нас? Карина Гаун умерла, прежде чем развод вступил в законную силу. Тоже ничего. Здесь кто у нас? Орхен Гаун изменял жене за то, что... за что и поплатился. Это случай не тех, которые двое. Так, здесь мы все перекопали. Мать моя женщина. Новая версия смерти. Зашибись. Тоже ничего. Склепчик не открывается. Жертва разбойничьего набега. Опять еще один. Пусто. Так, нам нужно было откопать это вот здесь, по-моему, под топором. Нашли. Серебряный ключ. О, топор. Причем большой обсидианский. Посмотрим, сколько у него урона. Да, урон у него поменьше будет, чем у двуручника. Двуручника 142 у него. Ну, если, в принципе, продать, нормально, можно бабло выручить.
Так, давайте покопаем могилки, еще может что найдем. О, что-то нашли. Золотая морковь, ё-моё. Какое золото? Пусто. Есть что у нас? Пусто. Пусто. Так, еще могилки есть парочка. Тоже пусто. Так, здесь копнем. О, что-то тоже нашли. О, зелье здоровья. Так, здесь что у нас? Пусто. Осталась парочка могил всего лишь. Расхититель гробниц, блин. Тоже ничего нет. Расхищаем гробницы. И здесь пусто. А здесь что вообще такое маленькое? Отдала жизнь за Альбион. Ну все, перекопали все. Кладбище нифига ничего не нашли, кроме какой-то морковки и зелья. Так. Сразимся бок о бок во имя добра. Да нафиг ты мне нужен. Рапунцель, блин, какая-то там. Блин, пойду по основному заданию, блин. Попутно, может, что и сделаю. Какие-то другие. Так, гильдия героев. Переместиться. Так, что у нас вообще хоть прокачка и выносливость почти максимум, здоровье почти максимум, телосложение до единицы еще надо, скорость подкачать можно, стена огненных заклинаний, исцеление почти максимум, ярость богов не качал. Так, пойдем-ка задание выполнять. Так, великий лес. А, ведьмин лес. Так, давайте, что ли, тогда... Два клинка, был лагерь. Угу. Тут у нас какое-то задание есть. Ну давайте сначала в лагерь сгоняем. Завалим там кого-нибудь. Тебя не нужен кто? Спину прикрывать? Нет, не нужен. Так, какой-то ассасин должен быть.
Шапку нельзя выбрать отслеживание, то есть выбрать один квест и куда он подведет. Ты случайно не видел тут отряда стражников? Такие здоровые, волосатые, с гнусным таким командиром. Этот ублюдок на меня давно уже охотится. Прикинь, собственный брат хочет меня убить. Конечно, мы с ним не всегда ладили. Он пошел в эту чертову стражу, а я... Ну, я пошел другим путем. Но мы ведь братья, у нас не так мало общего. Он ведь тоже много кого поубивал, сечешь? Я знаю, о чем он думает. Мать снова больна, а он так и не уговорил ее вычеркнуть меня из завещания. К тому же, если стражник убивает ассасина, все только радуются. И че мне? Не видел случайно стражника? И че мне тебя не убивать, типа? Задание какое? Найди, убей опасного ассасина. Ну ладно, давай завалим, фиг ли. Эй, убери-ка оружие, ладно? Я сейчас чутка нервный. Это может плохо закончиться. Осторожность лишней не бывает. Значит, он послал тебя? Так я и знал, что у него кишка тонка самому меня убить. Так, сколько он тебе, это самое, платит? 1000 золотых, да? А что, если я удвою эту сумму? И ты лучше займешься моим братцем. Тогда я загребу все наследство целиком. Да, слушай-ка, плачу 2000, если ты согласен. Нет. Ты знаешь, сколько народу мне надо замочить, чтобы заработать 2000? Как насчет 2,5? Соглашь? Ну хорошо, ты не оставил мне вы... Нифига себе, у него вертушка. Скажи, я его убил. Да ладно, ё-моё. Ты мутло. Да ладно. Сколько шансов, чтобы ты сдох? Контракт на убийство, блин. Это кто сказал? Да, двуручникам, конечно, тяжело воевать. Ну, зашибись, лечиться. Ману восстанавливаюсь, пока бегаешь. Благо, теперь маны много прокачали. Тебе не нужен кто? Спину прикрывать? Не нужен, не нужен. Теперь что, надо сдать из задания или что?
Где теперь этого шерифа искать? Ага. Я быстрее так, по-моему, телепортируюсь. Так, дубовый дол. Переместиться. Это вот этот шериф у нас или кто? Рад тебя видеть. Здравствуйте, сэр. Спонсировать? Чё это нафиг надо мне бабло тратить? Мы все так взволнованы этой встречей. Здравствуйте, сэр. Его зовут Курощуп. Ну и где этот? Тут, по-моему. Шеф, думаете, он его сделал? Вряд ли. Брат был мне ровно бельмо на глазу аж с детских лет. Так просто мне от него не избавиться. И у матери всегда ходил в любимчиках. Ах, Тоби, он такой классный убийца. Ты бы с него пример взял. Но все равно ведь так нехорошо желать брату смерти. А тебя кто спрашивает? Я б его своими руками задушил, если б только мог. Грязный убийца. Да, шеф? Не принес семье ничего, кроме позора. Будь я проклят, если отдам ему хоть грош из наследства. Ну-ка, ну-ка, кто это вернулся живым? Прекрасно. По делам, негодяю. Да и наша охота теперь закончена. Твоя награда. Заработал. Благо злым не стал. Ладно, так. Прекрасно, душка. Боже мой. Рад тебя видеть. Эй! Так, что у нас еще задание осталось? Найти археолога. Где о, нас? Да. ТПшка, пойдем к археологу. Так, стоп. Что? Ну-ка, 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 ну-ка. Всегда рад видеть. У тебя что-нибудь есть интересное? Опа-на. Да ладно. Так, мне требуется... А, ему требуется. Угу. Так, из этого... Двуручный меч, топор. Продать, купить светло-кольчужный шлем, светло-рубашка деревенского жителя, нагрудный доспех. Так, светло-кожный нагрудный. Светлая кольчужная рубашка. Платье, ё-моё. Ну, вот здесь целый набор можно купить.
Ну-ка, давайте, у нас бабло есть, купим. Так. Что за шляпа Дэйва? Так, светокольчужный шлем купим. Светокожный нагрудник нафиг нужен. Так. Светлая кольчужная рубашка. Светлая. Перчатки деревенского. Светлые кольчужные перчатки. Купить. Светлые перчатки и платье. Брюки деревенского. Чего? Мастера воли. Кожаные кольчужные. Кольчужные поножи. Кольчужные поножи. Светлые сапоги деревенского, латные сапоги, сапоги мастера воли. Светлые кожные сапоги, кольчужные сапоги. Так, еще что-то было там надо. Так, давайте посмотрим, что у меня есть сначала. Из наборов. Так, наборы. Темный наряд мастера воли. Светлая кольчуга. Так, мне нужен верх. Так. Рад вам услужить. Светлая рубашка. Кожаный нагрудник нет. Светлая кольчужная рубашка. Так, стоп. Так, купить. Так, снаряжение, наборы. Это кольчуга. Ну хоть что-то. В ведьмином лесу лучше не задерживаться. Хоть по защите будет лучше. Выбрал хоть какая-то амуниция. Хотя смотрится ущербно. Все же лучше, чем в кожанке ходить. Так, гильдия героев. Два клинка. Так, давайте к ведьмам сгоняем в лес. Так, археолог прячется в вашем трею, найдите ее. Говорят, где-то в ведьмином лесу есть меч, который может взять лишь настоящий герой. Да, в ведьмином ладно. Лесу есть храм, якобы наделяющий духовными силами пилигримов. Но учти, бывают и ложные боги. Давай-ка половим рыбки. Что-то поймал, блин. Опять рыбку эту. Так, а здесь что у нас? Блин, ключи бы найти, там сундуков столько где-то валяется. Опять воскрешение. Тут еще ни разу пока не умер. Дождик пошел. Ох, едрёт твою Марусю.
Теперь еще и каменная дымда. Защита уже лучше. Ну, защита все равно справляется, но уже лучше. Бегать в него и все. Зацепил. Да, здоровья у него больше. Говнюк все-таки, а? Попробуй поднять боевой множитель еще выше. Блин, не успеваешь отбежать. Тормозит так жутко. Расходит магическую энергию. Еще и завалил. Сапфир. Он тут валяется. Так, снаряжение. Что там у нас? Еще больше ману прокачали. Что он дает? Ничего. Ладно, хрен с ним. Пойдем задание выполнять. Так, ведьмин лес. Порыбачим. Может, что интересное выловим. Даже не успел нажать. Уже все. Давай повторим еще разочек. Опять, а? Рыбка, значит, большая должна быть.
Блин, так долго будешь выуживать ее. Успел. И что это поймал ли у нас? Ради ключа. Я распахнусь лишь перед тем, кому известно мое имя. Если тебе оно известно, коснись волшебных три камней. Лишь одному известно имя, но ты его найдешь едва ли, хоть даже спросишь в храме Аво. Еда какая тут у нас. Что у нас тут в сундучке валяется? Молот какой-то. Ну, а здесь сундук какой-то валяется тоже. Везде сундуки раскиданы, но с ключами должно быть, в принципе, повкуснее. Кольчужные перчатки. Ситх. Это типа имя Ситх. Я распахнул лишь одному. Да и куда мне? Храм я его, блин. А, храм Эйва. Нифига себе. Хотя тут имя, в принципе, известно. Ситх. Сразимся бок о бок во имя добра. Эй, герой! Хочешь узнать имя брат? Я тебе скажу, если дашь мне что-нибудь ценное, такое, скажем, красное и блестящее. А иначе придется тебе самому его выяснять. Какие здесь все алчные. Добро пожаловать в храм света. Озолоти фонтан, и вознагражден будешь. Блаженно щедрые, ибо иначе и быть не может. Твоя награда будет невелика. Ну, то есть можно искупить. Скажем, если я соточку добавлю, шлёпну. Твоя награда будет невелика. Ну, это можно, получается, исправлять свою карму. Эй,
Тут что-то есть. К вашему высочеству. Ты легенду слыхал про этот меч? Жил в былом королевстве рыцарь по имени Хью, и был он великан. Меч его рассекал чудовище демонов, как пергамент, потому что была в нем сила, неподвластная смертным. Пришла пора Хью умирать, и тогда вонзил он свой меч в камень. И вытащить его сможет только такой же силач, как и сам Хью. Может, это и вранье все. Бабьи выдумки. Эй! Так значит, ты и есть... Ух! Попробуем вытащить. Давай, ты сможешь! Хью-то ведь знал, чего делает. Ничего, в другой раз повезет больше. Тебе нужен свежий воздух и упражнения. Угу. Ладно. Подкачаем силу. Наверное, на максимум нужно силу качнуть. Давай, отблагодари меня. Ничем тебя понял. Из ничего пол... О, да! Это не то, что я хочу. Мне нужен редкий камень. Так, ладно. Так, что у нас там красненькое было из камней? Рубин. Сапфир. Бриллиант. Ну ладно. Назначим. Я знаю тайное имя двери. Х-И-Т-С. Хитс. Сразимся бок о бок во имя добра. Да. А я думал, ситх какой-то. Че еще ко мне бежать? Правильно? Догадался, как меня зовут, умник. Ну, заходи. Надо было все-таки погадать, а не отдавать цифер. Четыре буквы, все, комбинация-то небольшая. Ага, разыскал меня. Просто замечательно. Если ты меня нашел, значит, и они могут. Зря я взялся за изучение мест средоточия. Хотя откуда мне было знать, что Джекими тоже интересуется? Да-да, Джек из тени. Послушай, объяснять мне некогда. Если хочешь, прочитай мой дневник. Мне он больше не нужен. А я, с твоего позволения, пойду. Тут мне теперь небезопасно, благодаря тебе. Да ладно. Ну
15 ключей надо, вообще жесть. Зайди в гильдию за заданиями. Хоть что-нибудь интересное упало бы. О, и сапфирчик свернул. Ладно, зайдем в гильдию. И здесь эти разбойники. Она получается двуручная, он тяжелее управляться. Проблема в другом, то что он бьет не одного, а вокруг себя. Хоть и медленнее, но урон получается по всем, по площади. Да и существенней. Ну, сразу двоих проехал. Ну, в принципе, не зря, что отдал деньги за броню. Уже урона меньше получаю. Так, гильдия героев. Уместиться. Так, телосложение 45 000 надо. Офигеть, это сколько что нужно перебить мне народа будет. Суммарно силы у меня сейчас 1015. Жесть. Да. А здесь сколько надо? По 50 с лишним тысяч. 38. Нужно, короче, копить. Так. Оружие надо поменять, я думаю, лучше. Что-то у меня двуручник не особо рулит. Он не похож на Курощупа. Да ну. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Подожди, на продажу, что у нас тут есть из оружия. Продать. А что, я продать не могу, что ли? Ну ладно. Так.
33 тысячи. Да, цены, конечно, кусаются. Ах, ты маленький негодник. Так. Стоп, у нас там дверь была. Что-то просила. Может быть, как раз таки моего доброты и хватит? Тёмен твой, лишь свет озарит его. Да ну. Прям света мне мало во мне. Видишь, какой требователь нашелся. Света ему мало во мне. Так, значит... Так, ну, на этом, я думаю, мы закончим прохождение данной части игры. Всем спасибо за внимание, оставляем комментарии дальше под видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, ждем дальнейшего прохождения игры. Всем удачи и пока.